14 февраля считаете праздником? Нет, не считаю. Об этом празднике я узнала уже далеко за N лет. Он везде отмечает, тем более я почти женатый человек. Как поздравлять будете сегодня? Это секрет. Сам придумаю, фантазия есть. Сын уже поздравил с утра, поцеловал. Ну, от папы ждем. Поздравил от своих одногруппниц с этим праздником, подарил валентинки. Домой приеду, жену обязательно поздравлю с этим праздником. С цветами приду домой, как полагается. Кружку я подарю, клевую. Да, сердечками. А любовь? Любовь? И любовь будет, все будет. А вы отмечаете? Иногда. Отвечаю. Он же после обеда как-нибудь тут когда. Нет, я считаю, это не наш праздник. Наш праздник 8 июля. Но все равно на душе весело. Весна наступает, все равно весело, приятно, что есть такой праздник. Ну а почему бы нет? Нормальный Спасибо. Праздник. Хотя он пришел к нам, конечно, с запада, но это одно из тех хороших, чтобы к нам пришло. Он не российский праздник, я отмечаю только российские праздники. Но есть аналог этого праздника, его знаете? Он празднуется, российское число не помню, в июне. Мефодий и вот забыла имя. Петра и Февроний, 8 июля. Да, 8 июля.